Привет всем! Сегодня снимаю такой, так сказать, отвлеченный обзор. Немного не по тематике моего канала, но, в принципе, обзоры на журналы и альбом данной певицы у меня уже были. И, надеюсь, этот как бы не выбьется из общих обзоров. И, надеюсь, вам понравится данный обзор. И, как вы видите, это журнал «Грация» с Рианой на обложке. Ну, в принципе, он как бы не посвящен особо там Риане, он посвящен звездной церемонии Грэмми. Вот. Сейчас очень модно обсуждать наряды звезд, там сейчас Оскар там проходил и так далее и тому подобное. Честно, ну, как бы, не знаю, просто сейчас как бы это актуально. Вот. Ну, не знаю. Как бы. Ну, мне, честно говоря, нравится такая обложечка, такая розовенькая, платьице у нее такое, которое там сравнивали там чуть ли не с мочалкой. Вот. В принципе, в журнале, мне кажется, особо смотреть так и нечего. Купила чисто из-за обложки. Так вот, повелась на обложку, в общем. Ну, смотрите, что здесь. В принципе, такая интересная статья. Большие две фотки Рианы. А вот она тут такая. Вот тут у нас с ребенком Бейонс. Ну и бла-бла статья тут. Про Риану и потом там про всех остальных. Что случалось на данной церемонии. Там всякие скандалы, интриги, расследования. Вот. Вот такое вот, тут это задница Мадонны, как тут написано, не совсем в хорошем состоянии, вот, но как бы не нам судить, и как бы вот это все, в принципе, вот, тут даже написано, что Риана прям-таки шокировала скромным образом певицы, которая обычно появляется на публике чуть ли не фиговым листиком прикрытая. Ну, как-то так. Ну и дальше тут, не знаю, посмотрела, больше там ничего путного нет в журнале. Ну, то, что как бы мне нравится. Вот, ну, такой вот обзор, судите сами, думайте, покупать или не покупать. Это, кстати, журнал 17 февраля 2015 года, номер 5, 16+. Вот, ну, как-то так. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.